Спасибо огромное. Уважаемые дамы и господа, мы на каждом концерте всегда вспоминаем своего друга, одного из основоположников вообще горьковского джаза, композитора, который столько музыки написал для кукольного театра. Кстати, эта музыка еще до сих пор звучит во многих театрах кукольных нашей страны. Замечательного пианиста, человека светлого, Александра Владимировича Шишкина. Наверное, многие помнят. Гриша Файн написал, его друг, наш земляк, эту песню он посвятил его отцу, но она очень созвучна по имени.